Всем привет! И сегодня у нас в рубрике «Зацени» игра под названием «Гасп». Ну что, запустили мы игру. Старт гейм. Что здесь у нас? Credits, controls. How to play. Jumps, zoom. Поленились нормально описание сделать. Что такое? Start game. Что нам предлагают? Так, посетить Марс, да, и Луну. Марс. Что у нас Марс не работает? Понятно. Пойдем на Луну. Просто, насколько я уже понял, Марс у нас за деньги. Да, если умрем, то умрем. Hello? Hello. Respond. Are you okay? Hello? Respond. Look, it seems communications are down on your end. But we can see you are receiving us just fine. I guess for now I'll guide you to the other team members. It seems your capsule crash landed miles from the LZ. You need to meet up with the others before your O2 runs low. Your HUD should be live and tracking the GPS signal on the other members. This is weird. It seems to be showing 5 unknown signals. There must be a glitch in your visor. We're unsure which is the right signal. You're gonna have to choose one and hope for the best. Your O2 tank wasn't built for long surface trips, so you only get one chance to choose. Because I don't think the oxygen will hold out long, so you better hurry. Good luck, sir. We're all praying for you. Что за прикол такой, что набазарила она нам? Жанр игры было написано, что это стратегия, пока как-то не особо понимаю, какая тут связь. Больше по описанию напоминает симулятор космонавта. Что-то я теряю здоровье. Да, и тихо показали. Что такое? А, это какой-то... Какие-то булыжники летают. Боже мой, ты что, меня преследуешь? Пипец. Thank you.
что тут интересного? Тут бегу, бегу, куда бегу, зачем бегу? Какие-то астероиды падают. Или он тут один, он просто за мной следит. Это бред. Ой. В общем, первые впечатления, я не знаю, для кого эта игра, кроме как посмотреть на Землю с Луны какие-то. Я даже как бы атмосферу особо не чувствую, то что я там в какой-то просто пустыне на Земле бегаю, и он дышит. Ну, я в скафандре по земле бегаю. Не знаю. Короче. Вот такая вот игрушка. В Steam она на данный момент бесплатна. Так что можете скачать, заценить ее самостоятельно, разобраться. Может, я чего-то недопонимаю. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.